Сегодня 120 призывников из 19 районов области посетили базу ОМОН. Ребятам провели экскурсию, показали вооружение. Больше всего их заинтересовал БТР-80. Эта машина состоит на вооружении российской армии и специальных подразделений. Уже завтра этих юношей распределят на призывном пункте по родам войск. По словам организаторов экскурсии, преимущественно ребят отправят в воздушно-десантные войска. Мы стараемся показывать интересные места, знакомиться с интересными людьми и не просто отмечать наших призывников, что они идут в армию провожать их, да, и как-то их там напутствовать, но и тем не менее проводить такой вот увлекательный день на одной из действующих частей, чтобы молодой человек мог уже тоже для себя с перспективой посмотреть, в том числе и на свое трудоустройство в дальнейшем.